На вопрос о собственном секрете долголетия Мария Дмитриевна искренне смеется. Без надуманности, не философствуя, она уверенно отвечает всем любопытствующим. Секрет, я знаю, на мене только говорили, что я красивая. Вот это я имела красивую суку. И вообще я была добрая. Я всема была хорошая. Я всех уважала. В столетний юбилей Мария Дмитриевна Юркевич принимала поздравления от всех рыбничан в лице руководства города. На вашем примере должно воспитываться подрастающее поколение и видеть этот пример стойкости, мужества. Я думаю, что у вас есть чему поучиться, я уверен в этом. И хочу пожелать вам в этот день прежде всего здоровья, удачи, счастья, чтобы вас родные радовали. И вы встретимся еще на следующем юбилее. Мария Дмитриевна родилась в Рыбнице в период гражданской войны. Из рассказов своих родителей ее крестным стал сам Ян Вальченко, красный командир времен гражданской войны, в честь которого названа одна из улиц нашего города. Вспоминая свою жизнь, сложную работу в тылу, период Великой Отечественной войны, Мария Дмитриевна помнит все детали и подробности того тяжелого времени. Я участник. Я же это... Почтовый работник. Я же возила почту, спрыгала с вагона, возила почту на мешку, на слободку. Ну, такая юность, молодость тяжелая. Я не знаю, они родились тут, знаете, во время гражданской войны, а тети там чуть старше, перед гражданской. Молодость, их юность прошла перед войной, а тут война, тяжелые годы, после войны. На них доли все это вот выпало, все им досталось, поэтому, конечно, это поколение вынесло на себе, на своих плечах. 15 января для Марии Дмитриевны двойной праздник. В этот день она празднует не только свой день рождения, но и день рождения сына. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.